Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Хоккей Бразер. Ребят, чемпионат КХЛ Хоккей Бразер продолжается, и сегодня встреча между ХК Сочи и Нижний Химик Нижнекамск. Посмотрим, кто победит. 5 точек, как всегда, мы начинаем, поехали. Тишина какая. Где Иван? Иван вообще расслабился. Увольняем! Первая точка! Хисусов! Че, ты настроен на победу? Сочи должны вырываться вперед. Каждый профессиональный хоккеист спрашивает, где тот, которого бьют, блин, постоянно. После Коли Прохоркина, твоего друга, между прочим, блин. Ну что, Денька, на кого ставишь? Душой за Сочи. По практике Нефтехимик, знаешь, такие, типа, тоже цепные псы, да, кусачи, если на характере. Ну, у Сочи тренер Назаров сейчас, ты понимаешь, что бы было, если копочка Назарова попал? Я уверен, что легких прогулки здесь не будет. А сегодня, кстати, защищает ворота Антоха, наш братишка. Он, кстати, стоял очень много на футболе, когда мы делали челлендж. Ой, хорошо. Опять ты перегорел. Подождите, дайте мне войти в игру в эту уже наконец. Мой пассажир, мой клиент. Нефтехимик, есть шанс зацепить из Сочи. А там что? Ноль. А, два. Ноль. Он даже не садился, он просто опять махнул. Хоккей Бразерс, есть тренер, Сева. Вот надо послушать его. Очень слабо, очень слабо. Школчилька! Надо на бросках забивать, за дело нужно делать здесь. Антоха! Стена! Что ж такое, это просто читает, все. Я уже устал, Чирки. Мне... Может, давай я не буду записывать вообще ничего? Мы давай сразу на Лина пишу на все, на весь это. Да, четвертый бросок, Ярик, надо решать. Но! Все! Это хорошо! Вот это начало! Нет. Вот! 1-0 есть! Ладно! Поиграем в хоккей! Я просто не хочу, чтобы меня спустили в Саратовский кристалл. Поэтому я доказываю, это Нефтехимик. Клуб КХЛ, смотрите, со мной готов играть за еду. Сучка! Попробую вложить всю силу. Сколько, блядь, ты будешь делать? Ладно, ладно. 1-0 в пользу Нефтехимика. Мы переходим на вторую точку. 1-1 из угла по 3 раза с перевернутой клюшкой. Прицелом у человека. Что мне делать сегодня? Что ему делать? Лишь тренер, скажи, блин. И у него тренер Назаров, а не я. Я тренер Хоккей Бразерс, а не ОФК Сочи. Не с перевернутой клюшкой меня встречать, уже заряжен. Нефтехимик! Заруба. Заруба, хорошо, ручки. Дриблинг. Не получится пройти. Хорошо, да, хорошо. А это назаровский стиль. Прям грузануть хотел его. Просто не почувствовал. Вот это сейчас будет очень интересно. Да. И ручки его веселые. Но Ярик может. Немножко не получится. Не надо шить сразу. Просто скажи, чтобы не шил. А меня Назаров потом в это подняет. Выкатись по радиусу. Вытяни его немножко на себя. Ты сам в него лезешь. Играй вот в него, а не по нему. Да. Ну неплохо, мужчины. Хорошо, на ворота ехали. Пролез. По радиусу, на широкую. Вот! Широкую. Вот! Нормуль. Ну хотя бы что-то. Уже похоже на хоккей. Я пока смотрел, у меня 800 калорий уже сожглось. Под часы мне сказали. Нефтехимик Нижнекамск! Сейчас скоростушку набрал. Что за спинорамы? Ну она могла дура залететь просто. Хотел что-то красивое, но копыч просто встал и вкопался. Да не, я считаю, надо в ногу бросать сразу. Да, копченый. У тебя есть загашнички, вот всякие вот эти. Он, знаешь, он все еще Сочи, он не может. Ему нужно тренировки вернуться. Вот! Вот! Ну там не дает. Ну немножко меня добавь, не забывай про это. Олежа! 1-0. Нефтехимик ведет, мы переходим к третьей точке. Булиты, поехали. Резко ракушку вытащи из шлема, у тебя там волны, шумы вот эти морские, ты засыпаешь, едешь. Давай как мистер Бист, мы тебе снимем выпуск, ты должен 10 часов говорить булит. Да я на 5 минутах сломаю. Булиты, 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 булиты. Бюджет такой же будет? Булиты, 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 нежданно, негадно. Только противоходы нужно такое делать. Чик! Да. У меня ноги замерзли. Вернюсь тоже, блядь. Дед. Обидно. Зарил мне мать носки шерстяные надевай, блядь. Ну все,
Что ты? Он очень хорошо стоит, ребят. Он хороший вратарь. Человек играл в Суперлиге. Коряво еще, вот коряво. Надо чуть-чуть добавить плавности, и я начну забивать. Не знаю, что это за вратарь, или вообще неудобный. То же самое. Ладно, по нулям. Не подъезжай близко. Что я делаю? Просто отпилите мне руки и пришейте новые. Наймите мне хирурга из Израиля. Вот! Блин, ну было, ну нормально, просто попади. Уже лучше, гораздо лучше. Не надо с ним сближаться. Сына, блин, на воротах. ФЛ. О, хорошо попадайте. Было, да. Если получится, закончу с хоккеем. Ой, ой! Было! Зашла! Ура! Закончил хоккеем! Блин, он не умеет, вы знаешь, обычные буллиты забивать. Там либо прям хорошенькая такая, либо... Мне единственное, знаешь, что вопрос? Там движение назад у него было, по-моему. Сотельник наконец-то вернулся на канал. Я уже закончил с хоккеем, поэтому не закончил. А вот и 1-1, где мы переходим сразу на следующую точку. 1-1 с догоняющим. Поехали. Ребят, пока идет чемпионат Hockey Brothers, хочется сказать большое спасибо нашему партнеру Пари. Он полностью легален, и с ним вы окунетесь еще больше в мир спорта. Пари работает на новой технологичной платформе, и в сетке нашего легального партнера есть события по хоккею, футболу, UFC, боксу, киберспорту и огромному числу спортивных соревнований. Новый, инновационный, удобный и быстрейший сервис уже доступен по ссылке в описании. Там же горячая акция FreeBet на 1000 рублей. Если ставка зайдет, чистый выигрыш твой. Главное, не забывайте пройти верификацию до конца, чтобы получить максимальный бонус. Ребят, как всегда, ссылочка в описании. Переходите, тем самым вы поддержите Hockey Brothers. Простых голов мы не забиваем. Могу только либо слишком мощно, либо никак. А вот это уже интересно. Кстати, да. Становится интересно. Ой! Ну рядышком. Близко, близко очень все. Да, да. Ну пацаны разыгрались немножко. Ну он бросил! Хорошо! Причем, кстати, нормально залетело туда. Антоха! Блин. Сейв по Энтони! А вы что думали? Капец, этого парня смысл. Можно подписывать. Шайбочка скакала. Там на самом деле здесь очень все просто. А, не надо супер выдумывать. Ты, главное, принять шайбу, и у тебя есть три точки. Ну, в моем вот понимании. Да, у тебя да, есть левая девятка, очко, правая девятка почти нереально. И левый нижний угол. Все, ну блин, там у тебя времени не хватит. Ну, он, нет, видишь, я о чем говорю? Опять замахнулся. Сожрал просто его. Я не замахнулся, ну, блядь, сука! Вообще забылся человек, блядь. Устал, Копыч, задышал. Сочинские сборы Копычу не на пользу, он задышал. Он уже, у него не хватило ни мысли, ничего, он устал. Да, он уже... Пацаны устали, прям видно. На дистанцию, все, страшно. Счет по-прежнему 1-1. Последняя точка, где, как всегда, все решается, это бросок с лицевой с подправлением, либо с добиванием. Просто, пацаны, пришлите мне новые руки, пожалуйста, нормально, это пиздец. Тут смотри с ним аккуратнее, он на этой точке, блин, хорош. А я-то ничего не сделаю уже, никак не влияю. Тебе надо так свою молиться. Неплохо. Там папа. Блин, ну это нереально такое. Не, подправляй левую девятку. Единственные какие вот эти. Ну да. Хорошо играй, Копыч! Блин, вот это грамотно. Давай, копченый, давай. Одно добивание, играй, да! Эй, дурак. Можно, говорит. Что он делает? Ну, салатик режет, по-моему. А что, вы поверили, что я сильно буду бросать? Я сам больше устал, чем он сам бросал. Господи, что я делаю? Ой, играй! Успеешь? Успел! Хорош. Успел, есть! И? Вот! Блядь! Ну что ж такое-то? Копыч, ты уже забивал! Решай. Либо опять ничейка, чисто ничейка. Ну тоже, блин, тактика. Мне страшно стало, от всех. Последний бросок, все или ничего. Есть. Вот она. Гол. Нет. Ну
просто аплодисменты Антохе, блядь. А мне наоборот дизлайки. Все, я ухожу. Я ухожу отдыхать в Сочи. Чемпионат? Просто у нас ничья на ничье. Такого никогда не было. Хороший, хороший, да, Мать? Мне прям понравился. Здорово, уроды, конечно, реально. Ребят, как всегда, следите за чемпионатом. Сетка бомбардиров. О, сетка бомбардиров и сетка турнирная у нас в телеграм-канале. Ссылка в описании. С вами были Хэки Бразерс. Подписывайтесь на канал, комментарии, все розыгрыши внизу. И скоро мы все что-то разыграем, еще что-то много сделаем. Всем пока.